Добрый день, коллеги. Запишу короткое видео, инструкцию для вас, как отправить код подтверждения, если вдруг человек стер или не получил. Давайте сейчас разберемся. Заходите в свой личный кабинет. Для того, чтобы попасть на главную, поднимаетесь вверх, в правый верхний угол, направляете на фамилию мышь и нажимаете личный кабинет. Сейчас мы зайдем на главную страницу. Вот, мы зашли на главную страницу. Есть вот здесь большое количество разделов. Нажимаем «Моя структура». Заходим в этот раздел «Моя структура», спускаемся вниз вот до этого уровня. Состав личной группы, поиск консультанта по имени или номеру. Нажимаем мышью левой на эту полосочку. Или пишем здесь какое-нибудь слово и нажимаем Enter на клавиатуре. И тогда вы попадаете в раздел «Моя структура». Здесь вот стоит априори личная группа. Нужно сделать обязательно вся структура, чтобы у вас все проходило. Здесь вы вписываете фамилию, например, кому необходимо отправить код подтверждения. Обратите внимание, нужно правильно написать фамилию. Например, мы пишем, вы, например, не знаете человека, новичка, фамилию, но вы знаете, например, наставника. Вот я знаю наставника Быкова Ольга. Быкова. Пишем. Записываем, нажимаем Enter или нажимаем «Применить фильтры». Мы находим Ольгу. Вот Быковых у меня много. Вот Ольга. Здесь вот есть три таких вот значка. Нам необходимо не Ольге отправить код подтверждения, а ее консультанту. Вот правый, вот этот кругляшочек, это личные данные консультанта. Карандашик, это написать сообщение конкретному консультанту. А вот слева стрелочка, посмотреть структуру. Мы берем, нажимаем на эту стрелочку и смотрим людей, которые под Ольгой. Вот мы нашли новичка, и значок светится, что номер не подтвержден. Поэтому вот здесь вот мы заходим именно вот в личные данные и отправляем код верификации консультанту. Нажимаем «Отправить», нажимаем «Да», нажимаем «Ок». Все, код подтверждения ушел в СМС для данного человека. Когда СМС придет, спрашиваете, звоните, берете код подтверждения, и уже после этого у вас вот здесь вот обновите страницу, и можно будет отправить логин и пароль. Как только мы с Юлей это все сделаем, я запишу новое видео, как отправить именно пароль для данного человека.